Всем привет, вы на канале Stoves Market, и сегодня небольшой видеообзор печки под казан от компании Vesuvii под названием Шмель. Данная модель со стеклянной дверцей, есть такие же печки с глухой дверкой, без стекла. Печь цельная конструкция, приезжает с завода на поддоне, сверху пленка. Сейчас мы пленочку сняли, чтобы показать красоту этой печи. Печь стальная, с небольшой патиной золота. Насколько долго эта красота пробудет, не знаю, но у меня вот подобная печка под казан есть. И 3 сезона под дождем, конечно же, пошла ржавчина. Поэтому приветствуется навес. У котла сзади выход дымохода, патрубок уже приварен. Сверху крышка. Снимаем крышку, ставим казан. Сюда устанавливается казан на 12 литров. Справа-слева ручки. Ручки для того, чтобы печку можно перенести было с одного края участка в другой край. Дверка не герметична, но в принципе этого и не надо. Небольшая защелка, чтобы не открывалась. Золь. Что там у нас снизу? Ну, снизу можно будет, наверное, поставить, не знаю, там кочергу какую-то. Или кочергу лучше на ручке навешивать. Крышка туда поместится или не поместится. Давайте проверим. Сняли крышку. Нет, крышка туда не залезет. Поэтому она будет в другом месте храниться. Сняли крышку. Внутри комплектация. Один элемент дымохода с шибером. Так, ставим. Второй элемент дымохода с зонтом. Так. Установили. Что у нас получилось? Вот такая конструкция. Заглядываем внутрь топки. Полочки. Полочки у нас устанавливаются справа-слева для того, чтобы можно было что-то установить. Так. Давайте. Во. Вот вторую устанавливать не будем. Здесь у нас еще в топке есть чугунный колосник с паспортом, который укладывается. Сейчас мы его укладывать не будем. Так. Так, так, так. Вот такая печь. Май, июнь месяц, на них просто ажиотаж. Со стеклянной дверкой это вот первая печка, которую мы привезли для человека. Ну, такой захотел. Еще раз говорю, как быстро закоптится, не знаю. Берем 12-литровый казан. Казан в комплекте не идет. Вот такая у него глубина посадки. Это казан обычный, в Балязино, Удмуртия. Это 12-литровый казан. Попробовал 8-литровый казан. Он туда просто падает. Диаметр посадки 40 сантиметров. Ну, сами смотрите. Может быть, у вас какой-то казан уже есть. Сядет он сюда или не сядет, не знаю. Стоимость такой печки в районе 13-14 тысяч рублей. Без стекла, со стеклом соответственно. Обращайтесь, заказывайте в нашем магазине. Всего доброго, хорошего лета. До свидания.